Сегодня у нас 21 ноября, и у меня сегодня день ангела. Здесь была абрикоса, но ее спилили. Но жизнь продолжается. Итак, мы вышли из дома, и сейчас идем в магазин. Я всегда, как говорится, надо видеокамеру брать всегда. Вот такой сюжет у нас. Они охраняют и веник, и еще что-то. Идем, пошли, бабушка подарит. Не-не-не-не, все-таки есть покупатели, слава богу. И чтобы этот цветок был волшебный. Ветер шатает камеру. Все, мы пошли. Идем по правилам. Что я хочу сказать? Дай Бог вам здоровья. Это свадьба? Да. Это свадьба. Она шумит? Очень шумит. Петь вы умеете? Конечно умеем. А ну сделайте что-нибудь. Спасибо вам большое. Докторам наилучшие пожелания. А где фотки потом побачите? Найдите Мишу Потапенко. Так, ну и они пошли. Последний сюжет сегодняшнего дня, это вот этот сюжет. Когда-то я учился на плотника, и когда я сделал свою первую табуретку, мастер Александр Александрович Букинец говорит: «Миша, учитывая твое пролетарское происхождение, ставлю тебе 5. Молодец, мужик.